Стивен Кинг как-то написал, что кошмары не подвластны логике. Не стоит пытаться их объяснить, ведь это уничтожает поэзию страха. В романе ужасов жертва постоянно спрашивает почему. Но объяснения нет и быть не должно. Неразгаданная тайна – вот что остается с нами дольше всего. Вот что мы вспоминаем в конце. Меня зовут Алан Уэйк. Я писатель. У меня всегда было живое воображение, но этот сон вывел меня из равновесия. Он был диким, жутким и странным даже для меня. Да, все началось со сна. Как это обычно бывает в кошмарах, я опаздывал. Сломя голову, несся к цели, к маяку. Не помню, что там была за срочность, но торопясь туда, я мчал по прибрежной дороге. Я слишком поздно увидел автостопщика. Он был мертв. Я был уверен, что меня посадят, и я больше никогда не увижу Элис. Внезапно его тело исчезло. Я был в шоке после аварии и едва стоял на ногах. Мне нужно было идти к маяку. Я знал, меня там ждет нечто важное. Мост обрушился, и нужно было найти другой путь к маяку. Ты ведь узнаешь меня, да, писатель? Ты думаешь, ты бог? Думаешь, можешь сочинять что угодно? Играешь жизнями и убиваешь, когда надо добавить драмы? Теперь ты герой истории, и я заставлю тебя страдать! Ты шелик. Твои книги было бы невозможно читать, если бы не... редактор. Больше ты не... Черт. Меня не остановишь. Я понял, что автостопщик — это персонаж моей книги. Каково это — помирать от рук собственного творения? Сюда, сюда! Быстрее!
Мистер Уэйк, это я, Клей Стюарт. Быстрее заходите, нельзя терять время. Чёрт! Стой! Нет! Да сдохни! Нет! 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 Я был в ловушке. Выхода не было. Дом был западней, нужно было выбираться. Иди на свет. Ты ранен. Тебе нужно выйти на свет. Только там безопасно. Молодец. У меня для тебя послание. Оно звучит так. Потому что он не знал, что за озером, которое домом звал, глубокий темный океан бушевал, а его волны штиль и шторм разрывал. В его портах я бывал. В его портах я бывал. Ты понимаешь? Нет. Иди на мой свет. Я проник в твой сон, чтобы обучить тебя. Тьма опасна. Сейчас она спит, но пробудится, как только почует тебя. У нас нет времени. Я покажу лишь самое важное. Сюда, времени мало. Автостопщик захвачен темной сущностью. Сейчас ты не можешь его ранить. Тьма защищает его. Только свет может прогнать тьму, сделав его уязвимым. Вот, возьми. Наведи на него свой фонарик и выжги тьму. Отлично. Теперь тьма не защищает его, но она еще внутри, управляет им. Его не спасти, он все еще опасен, он все еще враг. Вот, возьми пушку. Теперь ты умрешь. Хорошо, ты справился. Помни, чему я тебя учил. Это все. Теперь я верну тебе твой сон. В кошмаре ужасная тьма охватывала мир. Маяк был последним убежищем на земле. Вот и все, Уэйк!
Я могу продолжать лично. Малыш, это просто кошмар. Все хорошо. Ты задремал. Да. Что-то большее, чем задремало, стало бы событием. Улыбнись, красавчик. Мы прибыли. Давай притворимся, что в отпуске. Встань рядом с тем стариком. Хочу сфоткать тебя на фоне города. Ха, да. Я даже знаю заголовок для снимка. Городской. Пока его не съел медведь.